Меня зовут Андрей Скалота, я тоже продукт-менеджер. И, соответственно, сегодняшний наш вебинар мы с Александром Вороном постараемся провести вместе и максимально ответить на все ваши вопросы. Итак, коллеги, темой нашего сегодняшнего вебинара будет новый продукт компании eStar, eStar Cloud PBX. eStar Cloud PBX. Что это такое? Все хорошо знают и наслышаны о облачных сервисах, об облачных АТС, неоднократно встречались с ними у основных операторов связи, возможно, пользовались. Продукт компании eStar предлагает аналогичные сервисы, аналогичные возможности. Просмотрим их немного более подробно. Ну, тут немножко добавлю Александра. Это платформа. Продукт софтверный, который устанавливается, соответственно, локально, куда-нибудь в дата-центр оператора или в дата-центр. Ну, коллеги, мы приносим извинения. Скажите, сейчас слайд появился. Поставьте, пожалуйста, плюсик в чат. Супер. Ну, давайте еще раз немного мы повторим. О чем был этот слайд? Да. Немного повторим о теме нашей сегодняшней презентации. Она касается нового продукта компании eStar Cloud PBX. Cloud PBX, соответственно, продукт новый, интересный, предлагает достаточно много возможностей. И сейчас мы рассмотрим его более подробно. Программный продукт eStar Cloud PBX имеет следующие характеристики и возможности. Максимальная емкость платформы до 2000 пользователей. Помимо того, что платформа до 2000 пользователей, количество установок виртуальных АТС на платформу достигает сотни, а количество одновременных вызовов до 500. При этом обеспечивается единое управление всей платформой, единый контроль ресурсов, возможности мониторинга и очень гибкая система распределения ресурсов по виртуальным АТС, о чем будет сказано немного дальше. Коллеги, давайте я еще раз немножко дополню Александра. Все-таки я бы хотел акцентировать внимание, что это продукт софтверный. Соответственно, он будет продаваться как лицензия, поставляться в виде лицензионных ключей для наших партнеров. То есть за всем этим идут те налоговые обложения, которые существуют в нашей стране относительно лицензии. Что касается самого продукта, то базово он включает в себя 200 пользователей, как сказал уже Александр, 500 одновременных вызовов. 2000 пользователей, да, прошу прощения, на одну платформу. При этом здесь важный момент, что данные платформы можно каскадировать. eStar заверяет, что по их внутренним тестам, что 10 тысяч пользователей, соответственно, система очень замечательно держит, очень каскадируется. После этого они не тестировали, но заверяют, что все должно работать, и по их внутренним виртуальным тестам там до 100 тысяч абонентов система очень даже хорошо поддерживается. Да, продолжаем. Для тех, кто уже пользовался телефонными станциями производства компании eStar, виртуальный АТС, выделяемый в рамках платформы, обеспечивает похожий, практически полный функционал, аналогичный S-серии. То есть все сервисы, которые привычны для абонентов, они все поддерживаются. То есть что здесь имеется в виду? Да? Вот смотрите, большинство людей, привыкшие использовать продукты eStar, привыкшие использовать весь тот набор функциональных возможностей, которые предоставляет эта серия, использовать в повседневной жизни, да? Обращаясь к каким-то облачным решениям, которые сейчас имеются на рынке, там, то ли это Манго, Телеком, МТТ, Ростелеком, у каждого из этих операторов свой набор услуг. И, соответственно, если клиент хочет получить что-то дополнительное, помимо стандартного набора
типа обработки входящих звонков, там одноуровневые IVR, там группы, либо что-то еще, за все, за каждый дополнительный функционал клиент должен платить. И, соответственно, не каждая компания, не каждой компании нравятся вот такие вещи. Соответственно, наш продукт, он альтернативный. Он предлагает операторам, либо компаниям, там, владельцам бизнес-центров некий продукт, который готов предложить клиенту за относительно небольшую плату, которая в принципе сопоставима с платой от операторов, имеющихся операторов оппонентов на рынке, но при этом дает полный функционал, который нужен для обеспечения вызовов внутри компании, большинства компаний, да, то есть это группа, это очередь, это многоуровневая IVR, это распределение вызовов, трансфер, перевод, переадресация, там, callback, ну и много-много всего, то, к чему люди привыкли, то, соответственно, без чего уже современный офис уже не живет на самом деле. То есть еще раз хочу акцентировать внимание, что у нас альтернативный продукт, альтернативный облачным сервисом, который предлагает полный набор функциональных возможностей из коробки. Александр? Решение предоставляется на базе единого, ну, даже нет единого, на базе сервера. Оно может быть реализовано как на аппаратных серверах, так и на виртуальной инфраструктуре. Причем, соответственно, полное решение включает в себя до сотни установок АТС аналогичных S-серии, аналогичных S20, S50, S100, S300. То есть не требуется никакой дополнительной железной инфраструктуры. Соответственно, я бы немножечко добавлю, Александр. То есть смотрите, это какой-то софт. Да? Соответственно, в рамках компании Epimatica мы, наверное, можем поставить этот продукт как в виде программного обеспечения, либо как в виде уже развернутого на сервере. Не исключено. Вот, соответственно, что это такое, да? Еще раз, это продукт, который в себе содержит, по факту, там, станции, к которым уже люди привыкли, S20, S50, S100, S300. Соответственно, владелец данной платформы может по запросу клиента сделать ту же, скажем, S20, но виртуально, да? То есть предоставить клиенту на пользование S20 не в коробке, а, соответственно, в облачных сервисах. Еще раз повторюсь, это может быть дата-центр, например, съемный любой на территории Российской Федерации, либо это может быть использоваться какие-то свои внутренние ресурсы, если, скажем, оператор уже вложил какие-то определенные деньги в развитие своей инфраструктуры и установку серверов, то, соответственно, он может эту платформу развернуть у себя и также предоставлять доступ. То есть по факту не имеет значения, где этот продукт будет установлен и каким образом будут предоставляться доступы к тем инстанциям, которые будут созданы. Да? То есть вот на этом слайде говорится о том, что на базе одной платформы мы можем создать до 100 АТС, ну, по факту аналогичных S20, S50, S100, S300. То есть для клиента это будет то же самое. Ну, единственное, что заход у него будет там. Ну, точно такой же по ссылке. Александр? Да. У Андрея прозвучало слово «инстанс». В рамках системы оно фактически равно виртуальной АТС. Чтобы было понимание, там, если встретиться на следующих слайдах. Каждая виртуальная АТС, инстанс, в терминологии как бы Cloud PBX, ESTAR, работает абсолютно независимо от других АТС. То есть пользователь получает возможность управления, получает возможность администрирования и может создавать все нумерационные платы, услуги, сервисы абсолютно таким же образом, как если бы у него была настоящая, обычная, железная версия телефонной станции. Причем сами инстансы могут, виртуальные АТС могут формироваться в том объеме количества пользователей, которое необходимо. И в том числе в том объеме количества одновременных вызовов, которые нужны. То есть если количество пользователей компании велико, но активность телефонная не слишком большая, соответственно, у такой компании может быть
допустим, ну, около 20, 30, 50, 100 абонентов, но количество одновременных вызовов ограничено. Соответственно, могут быть случаи и противоположные, когда количество абонентов мало, например, колл-центр, и количество одновременных вызовов требуется больше. Все это гибко регулируется и может настраиваться. Отвечу на вопрос Игоря. Наверное, это действительно важный вопрос. Мы просто хотели его осветить немножко позже, но раз его задали, ответим сразу. Да, система реально поддерживает систему резервирования. То есть по факту, если это требуется, вы можете развернуть две платформы, одна, которая будет дублировать другой. Да, то есть это обязательное условие, и, соответственно, вендор это понимает, что предлагая такой продукт, потому что это уже все-таки выходит за рамки стандартной АТС, где простой системы в принципе можно допустить. Да? То есть когда вы уже предлагаете услуги для обеспечения IP-телефонии, естественно, у вас должна быть система резервирования. И вот в рамках этого продукта, соответственно, и старт уже об этом подумал, и, соответственно, это все можно сделать. То есть это предусмотрено системой. Александр? Да. Еще какие-то вопросы, походу, у нас есть? Коллеги, давайте... Большая просьба, чтобы мы сейчас не сбивались, вот вопросы типа сравнения с К2 и так далее, пожалуйста, на конец вебинара. Спасибо. Да, продолжаем тогда. Значит, все управление и контроль платформой осуществляется из приложения программного USTAR Management Plane. Доступен полный контроль над системой. Доступен мониторинг ресурсов, доступны разделы по выделению непосредственно виртуальных АТС, доступен раздел мониторинга и логов отчетности о состоянии системы. То есть абсолютно весь интерфейс управления находится в eStar Management Plane. Ну, хотелось бы еще добавить, что это виртуальный интерфейс, который позволяет видеть все, что происходит с системой. Соответственно, на левой картинке показана нагрузка, непосредственно нагрузка на сервер, в том числе, да, нагрузка на сеть. То есть ответственный человек всегда может понять, хватает ли ресурсов, мощностей для того, чтобы обеспечить запросы своих клиентов. Да, или, возможно, принять какое-то решение по улучшению инфраструктуры. Потому что когда компания, ну, оператор, компания начинает предлагать какие-то услуги связи, естественно, рынок у нас сейчас высококонкурентный в этой области. Соответственно, продукт и услуги, которые предлагаются, должны быть реально конкурентными. Для того, чтобы обеспечить эту конкурентоспособность, соответственно, продукт должен быть хорошим. То, что, в принципе, eStar предлагает. В том числе есть встроенные инструменты, которые позволяют мониторить состояние серверов, мониторить состояние нагрузки, в том числе мониторить состояние инстансов и делать какие-то определенные выводы, да, по улучшению инфраструктуры. Может быть, стоит там клиентам что-то дополнительно предлагать. Например, если вы видите, что там вам платят, у вас есть клиент, который его постоянно превышает лимиты, за которые он хочет, ну, за которые он платит, скажем так, то вы можете связаться с ним и предложить там расширение. То есть это инструмент не только мониторинга, но и инструмент для того, чтобы, может быть, начинать призыв к какому-либо действию. Нужно отметить, что, это, наверное, важно, пока данный инструмент на английском языке, но в ближайшее время мы планируем это локализовать, и, соответственно, будем локализовывать силами компании Pimatiki, и вы уже получите привычный глазу русский язык, соответственно, хороший перевод, лаконичный и понятный. Александр? Кто целевой заказчик данного решения? Целевой заказчик данного решения являются операторы связи, небольшие операторы связи или управляющие компании, работающие, ну, либо с бизнес-центрами, либо с какими-то территориями, на которых находятся компании среднего и малого бизнеса. Соответственно, для этого партнеры и операторы связи, и управляющие компании могут как действовать как в тандеме с операторами связи, предоставляющими услуги и сервисы на данном конкретном объекте, так и самостоятельно.
принципе, для того, чтобы предоставлять возможность использования виртуальных АТС, это не операторская деятельность, это деятельностью можно заниматься без лицензии, то есть это фактически аренда. То есть если вы передаете в аренду оборудование, оформленное в железном форм-факторе, если вы передаете в аренду виртуальную АТС, в принципе, это одно и то же. И поэтому, соответственно, могут этим заниматься не только операторы, но и интеграторы, и управляющие компании. Как ранее говорилось, виртуальная АТС, Instance, это услуга. То есть она предоставляется виртуально, по сети. При этом, тем не менее, интерфейс системы, интерфейс виртуальной АТС абсолютно идентичен интерфейсу управления знакомыми всем телефонным станциям E-Starace серии. Ну, да, хотелось бы добавить, что действительно привычная глазу управления система, соответственно, имеет ту же локализацию, имеет тот же набор функциональных возможностей, да, но это уже, соответственно, не железка, которая стоит в стойке и подключена к сети, это уже виртуальный доступ по ссылке через браузер. Ну, по факту клиент получает все равно то же самое, абсолютно то же самое. При этом виртуальный АТС аналогично, так же, как и обычный, можно подключать дополнительные устройства, шлюзы любого типа производства компании E-Star, не только, но телефонные аппараты, само собой. Как обслуживать, как управлять платформой? Управлять платформой можно с помощью E-Star Management Play, который мы уже несколько рассматривали ранее на предыдущих слайдах. Каждая виртуальная АТС в рамках этой программы называется инстансом, и, соответственно, по каждой из этих инстансов виртуальных АТС мы можем иметь полную информацию о ее состоянии, о работе, соответственно, управлять и мониторить ее режимы. Соответственно, хочу дополнить, да, то есть еще раз хотел бы акцентировать внимание на том, что у системы есть интерфейс управления, через который вы можете видеть абсолютно все, что происходит с созданными вами так называемыми инстансами, то есть виртуальными станциями, вне зависимости от того, какое количество там абонентов, какое количество одновременных вызовов. Соответственно, вы таким образом можете принимать любые решения. Вы можете увеличить количество абонентов, вы можете увеличить количество одновременных вызовов, вы, соответственно, можете открывать доступ, вы можете закрывать доступ, по разным причинам, там, финансовым и другим. То есть, по факту, это система управления всеми вами созданными виртуальными станциями. Александр. В чем выгода от использования E-Star Cloud PBX? Во-первых, выгода для партнера. Партнер получает решение полностью программное, полностью находящееся под контролем, не вкладывается в оборудование и обеспечивает возможность 100% мониторинга и анализа производительности работы станции и контроля за качеством и функционированием инстансов виртуальных АТС. С другой стороны, заказчик, который использует виртуальные станции, получает возможность свои затраты оплачивать в качестве сервиса. То есть он не вкладывается в оборудование, не делает капитальных вложений, то есть получает эту услугу на то время, которое ему необходимо, в том объеме, который ему требуется. В случае необходимости расширить объем услуги в разном направлении, как по количеству абонентов, так и по количеству одновременных вызовов, по срокам использования услуги. Соответственно, все эти вопросы решаются гибко и удобно настраиваются. То есть заказчик платит только за то, что ему нужно в конкретный момент времени.
Давайте я бы хотел, наверное, еще добавить все-таки интересы партнеров. Да, то есть, что происходит по факту при продаже железной станции. При продаже железной станции, соответственно, партнеру нужно учитывать там некоторые вещи, в том числе включая логистику. Да, это раз, это затраты. Помимо логистики нужно добавить еще такой момент, как склад, который тоже нужно вести и так далее. Мы прекрасно понимаем, что от этого никуда не деться, и, соответственно, наш заказчик, российский заказчик, далеко не готов перейти на софтверные решения, но при этом как бы часть потенциальных клиентов, которые уже, в принципе, готовы, которые хотят, потому что если там провести аналитику, то можно посмотреть, что рынок виртуальных ETS реально растет, а рынок железных ETS либо стагнирует, либо падает. Поэтому как бы спрос растет, соответственно, наши партнеры уже могут начинать предлагать решения для своих потенциальных клиентов, которые не требуют дополнительных затрат. Соответственно, эти затраты, ну, меньше затрат, больше прибыли. Все по факту довольны. Клиент получает то, что он хочет, а хочет он, как правило, за недорого получить максимально возможный функционал. При этом желательно ничего никуда не везти, и хорошо бы, если бы вы еще и обслуживали за какие-то деньги. Но это тоже можно, Александр об этом чуть позже скажет. То есть по факту мы получаем довольного клиента, который получил все функции, и получаем партнера, который сделал инвестиции, и при этом как бы теперь уже не тратить деньги на привычные, скажем, траты, не знаю, траты логистика, хранения и так далее. Да, то есть купил, продал, услуга. Все довольны. Александр? Да, Олег Ильич. По стоимости платформы. Платформа поставляться может в нескольких видах, в нескольких вариантах. Если вы обратите внимание на таблицу, то можно отметить, что минимальный объем поставки по количеству пользователей составляет 400 пользователей. То есть меньше 400 пользователей платформу заказать невозможно. При этом от 400 пользователей до 800 возможен рост. Добавлять количество абонентов на платформу можно хоть по одному, хоть по десятку. Вот, в пределах этого объема от 400 до 800 пользователей стоимость за абонента составляет $12. Если система приобретается на 800 пользователей и выше, до 2000, стоимость за абонента составляет $10. Кроме этого, существуют дополнительные лицензии на оплату записи разговоров, это на систему $100, и ежегодная сервисная поддержка и апгрейд, которая составляет $2999. Первый год данная поддержка апгрейд бесплатна, начиная со второго года данная стоимость начинает взиматься. Давайте еще немножко добавлю, может быть, немного добавлю ясности. Смотрите, у нас платформа рассчитана в рамках одной установки платформы рассчитана на 2000 абонентов и при этом 500 одновременных вызовов. При этом минимальная поставка, да, то есть это то, что партнер может заказать. Это 400 абонентов с возможностью расширения до, соответственно, 2000. То есть расширение от 400 до 800 абонентов стоит $12 для партнера за пользователя. Именно в рамках этого шага 400 до 800. Все, что выше 800 и до 2000, соответственно, это уже дополнительно, ну, как бы $10 за пользователя. Это разовая плата, и она не влияет на сумму обслуживания. То есть это третья строка из StarCX Upgrade Feature, то есть в скобочках это обслуживание. Да? Соответственно, эта сумма не влияет на итоговое количество абонентов. То есть если у вас есть 800 абонентов, купленные в рамках пакета, вы заплатите $2999, соответственно, за обслуживание. Если вы $800 увеличите там, до 1500 абонентов, вы все равно заплатите ту же сумму. Если вы, соответственно, увеличите там, до 2000, вы все равно заплатите те же $2999. То есть, по
по факту это некая плата за обслуживание системы, за получение новых функциональных возможностей, за апгрейд безопасности и так далее. Ну, как бы это достаточно привычная схема для программных решений. И то, что касается записи разговора, тоже хочется добавить, что вот это $100 это за любую платформу. Опять же, это никак цена не влияет на количество ваших пользователей. Это просто некая разовая плата для того, чтобы эта функция активировалась. Александр, да, продолжаем. Безусловно, систему перед тем, как приобретать, перед тем, как ею пользоваться, тем более протестировать, хочется просто посмотреть. Для того, чтобы партнеры могли посмотреть на систему, не устанавливая ее у себя, мы развернули демонстрационную версию на своих ресурсах. Соответственно, приглашаем всех воспользоваться этим, зайти попробовать, посмотреть, как она работает, попробовать создавать виртуальный АТС, посмотреть все варианты мониторинга, информации, которая выдается о состоянии системы. Соответственно, можно это сделать по ссылке, которая на данном слайде приложена. Вот. Пароль доступа к системе можно будет получить по запросу. Запросы, соответственно, присылайте на мою почту. Вот. В соответствии с запросом вам организуем такую возможность. В продолжении предыдущего слайда, если система заинтересовала и хочется большего, соответственно, далее можно предложить вариант демонстрационной установки у партнера. Сделать это достаточно просто, не нужно обладать никакими компетенциями дополнительными. Достаточно просто подготовить два сервера в соответствии с требованиями, которые также можно по запросу получить, либо подготовить виртуальные машины, соответственно, в дата-центре или в другой виртуальной среде, которая у вас имеется. Вот. После чего, после завершения подготовки этих серверов, нужно направить информацию о готовности в стандартном виде, получаемом, который вы можете также получить по запросу, в компанию E-Star. Далее специалисты компании E-Star развернут систему Cloud PBX на предоставленных вами ресурсах. То есть никаких компетенций, никаких знаний дополнительных для этого от партнеров не требуется. Коллеги, давайте я немножко дополню, Александр. То есть, что по факту, да, то есть у вас там два пути. Либо вы готовите свои локальные сервера, да, либо арендуете в дата-центре. Есть, соответственно, описание требований к серверам. После того, как вы их подготовили, вы можете отправить запрос либо нам, в компанию Epimatic, соответственно, мы поможем вам, если вдруг есть проблемы с английским языком, это не, как бы, мы всегда готовы вам помочь с разворачиванием, как бы, системы. Да, потому что мы прекрасно понимаем, что если компания вдруг решает пользоваться такой системой, то она должна иметь определенный штат, как бы, компетенций людей, инженеров, которые смогут не только ее развернуть, но и сопровождать. Да? Но компания, некоторые компании, скажем, хотели бы, но не готовы. То есть, чтобы развернули, не хочется деньги платить на наем инженеров, которые бы это сделали. Соответственно, в рамках этого E-Star и, соответственно, компания Epimatic предлагает, как бы, решение партнерам. Кто хочет попробовать бесплатно, при этом, как бы, не вкладываясь во время дорогих инженеров, ну или просто в штат, да, который бы это все делал. E-Star предлагает решение. Они готовы сами все развернуть. Единственное, что они не могут сделать удаленно, это, соответственно, физически развернуть сервера. То есть от вас задача развернуть сервер. Дальше все, соответственно, компания Epimatic вместе с E-Star это все развернет, вам все предоставит и расскажет, как это все работает, как это управлять. То есть это все можно, в принципе, сделать индивидуально, в рамках, как бы, демо-версии. Да. Единственное, что вас попросят подписать некую бумагу о том, что эта платформа не будет использоваться в коммерческих целях. Александр. Ну и, собственно, в завершении
данных слайдов, которые касаются установки системы, есть ссылки, представленные на последнем слайде, по которым можно скачать документацию, полностью описывающую варианты работы с системой, настройки. Соответственно, после ее установки есть возможность изучить эти документы, начать пользоваться, смотреть, как что работает. Коллеги, теперь, в принципе, Андрей, есть какие-то дополнительные? Нет, спасибо, у меня комментарий нет, но я бы хотел ответить на вопрос, который задал Павел. В чем? Вопрос от Павла Чемлева. В чем принципиальное отличие Cloud PBX от K2? Давайте я отвечу на этот вопрос. Александр пока подготовит ответ на следующий вопрос. Вот смотрите, что такое K2? Это тоже софтверный продукт, который, опять же, в рамках компании Pimatic может быть поставлен как лицензия, так и, соответственно, развернут, сразу предустановлен на какой-то сервер. При этом K2 по факту это та же S-серия, только с увеличенным количеством абонентов. То есть это IP-адрес, которая поставляется конечному заказчику, который и хочет ее использовать для своих целей, для совершения и принятия вызовов. Cloud PBX – это платформа для генерации виртуальных IP-адрес. То есть это платформа, которая создает станции, которые независимы, которые могут принимать и совершать вызовы. То есть в рамках одной платформы UMP можно сделать, скажем, 100 K2. Ну, соответственно, если нарастить, каскадировать, можно сделать 100 K2. Но, как правило, такие заказчики все-таки ставят, наверное, какое-то решение себе в офис. То есть это виртуальная ТС, рассчитанная на малый и средний бизнес. То есть это реально те компании, которые сейчас формируют спрос на рынке виртуальных АТС. То есть это офисы от 5 там, до 30 человек в своей основной массе. То есть это именно решение для таких компаний, которые легко мониторятся, легко создаются. Соответственно, мы можем видеть, что происходит, дать какие-то советы, накручивать какие-то дополнительные услуги. При этом напомню, что у нас есть продукт Remote Management. Это сервисная тема, которая позволяет управлять станциями и серией. Так как Cloud PBX построен по принципу работы станции и серии, соответственно, это тоже можно все скрестить. И помимо установки возможности развертывания виртуальных АТС, вы также можете еще предлагать сервисную услугу по обслуживанию, да? Либо заключать контракт там, со своим партнером, который предлагает сервисную услугу, если по каким-то причинам у вас нет штата, или вы просто не хотите этим заниматься, или не рот от вашего бизнеса. То есть сейчас ESTAR дает некое уникальное предложение, которое позволит нашим партнерам предлагать не только продавать не только услугу там, доступа к личному кабинету, услугу доступа к виртуальному ТС, но и сформировать на базе своих решений некую услугу предоставления уже и IT-суппорта. Да? То есть это уже получается у вас комплексное решение, все в одном. Это интересное уже решение. Александр, есть что дополнить? Да. Нет, на самом деле, просто если с этим вопросом мы закончили, то есть уже ответ на следующий. Да, прочитай, пожалуйста, следующий вопрос и ответь Павлу. Да, я потом Дмитрию отвечу. Да, Павел, здесь достаточно большое количество вопросов, но в конце есть один объединяющий. Просто я сейчас в рамках этого вебинара, наверное, на все вопросы отвечать не буду, отвечу на последний, который, собственно, в некотором роде их все аккумулирует. Вопрос состоит в том, чтобы сдать узел связи как оператору. И все предыдущие вопросы, они в некотором роде идут в одну тему с этим. Дело в том, что ESTAR Cloud PBX – это сервис, это возможность получить услугу виртуальной АТС. То есть он, по сути своему, аналогичен предоставлению оборудования, ну, допустим, вот реального оборудования, железной АТС, в некую аренду пользователю. И к поставкам услуг связи, которыми занимаются операторы связи, в целом отношения не имеет. То есть он может идти вместе с ними,
он может их дополнять. Он может быть неким комплексом услуг от оператора, но он также может и осуществить этот сервис, также может предлагаться независимо от услуг связи. То есть компания, которая предоставляет возможность использования виртуальной АТС, может не быть оператором. То есть ей не нужен узел связи, не нужна лицензия. Компания может просто предоставить возможность получить виртуальную АТС. Далее пользователь может уже сам выбирать оператора связи для того, чтобы использовать его совместно со своей виртуальной АТС. Сейчас я тогда еще дополню немножко Александра. Вы написали такую фразу, что тогда не говорите, что это для операторов связи. Не понял вашу мысль, а что оператор связи не может предоставлять услугу доступа к виртуальной АТС, или оператор связи обязан только продавать трафик? Мне кажется, вы сейчас все смешиваете в одно, потому что по факту это две разные услуги, да, которые связаны в одном месте. Исторически сложилось так, что да, операторы связи предлагают доступ к виртуальной АТС и по желанию, в некоторых компаниях по желанию, в некоторых операторах связи это по желанию, а в некоторых операторах связи это обязаловка. Обязаловка накручивает свой трафик. Соответственно, оператор связи может иметь трафик, скажем, если это небольшой региональный оператор, который продает трафик, то есть по факту соединения, да, то есть он может начать предлагать своим клиентам уже услугу доступа к виртуальной АТС, где клиент сам решает, будет ли он работать с этим оператором связи, или, может быть, его не устраивает работа с этим оператором связи, там, цены завышены или качество связи плохое. То есть по факту, еще раз хочу акцентировать ваше внимание, что это доступ к виртуальной АТС без обязательства прогона трафиков непосредственно от той компании, которая предоставляет доступ. А это говорит о том, что все вышеперечисленные ваши запросы, они не требуются. Если вы, конечно, как оператор связи, хотите предлагать услуги трафика, то есть услуги связи плюс услуги виртуальной АТС, то есть две услуги в единой, тогда, да, пожалуйста, вам нужно все вот это вот сверху перечисленное. Но опять же, да, заключая какой-то договор об оказании услуг виртуальной, услуг доступа к личному кабинету или к виртуальной IP-АТС, то есть для этого не нужно все, что вы там сверху перечислили. И отвечу еще на вопрос Дмитрия Горькова. Дмитрий, скажу так, сейчас в коммерческой версии не развернуто, соответственно, но развернуто достаточное количество именно как демо. То есть у нас есть некоторые бизнес-центры, которые это сейчас тестируют для предоставления услуг, соответственно, доступа к виртуальной АТС, да, своим клиентам, которые у них снимают помещение. Вот, кстати, хороший пример, который, в принципе, отвечает на вопросы Павла, которые были заданы сверху. Да? То есть есть некий бизнес-центр, который хочет, помимо того, что он предоставляет некие помещения в аренду и получает за это деньги, ну, не сказать, что монополизирует, но при этом предложить дополнительную привлекательную услугу своим клиентам, включить это, соответственно, в стоимость. Почему нет? Пожалуйста, он разворачивает. Если вы хотите звонить, вот, пожалуйста, вам виртуальный АТС. Наша техническая служба ее будет сопровождать, соответственно, клиент не тратится на суппорт и на всякие дополнительные технические вещи в рамках там бизнес-центра. Павел, не понял последний вопрос, это вопрос или утверждение? Ну, то, что говорит Павел, это на самом деле интеграция с традиционной телефонией общего пользования. Утверждение. Собственно, да, это касается как всех предыдущих вопросов. Коллеги, ждем еще вопросов. Готовы вам отвечать. Так, давайте все-таки, раз вопросов нет, мы еще раз подведем некое итого нашего вебинара. То есть у Ястара появился новый продукт. Продукт для предоставления услуг доступа к виртуальной АТС. Поставляется он в лицензионном виде или же может поставиться, соответственно, сразу на сервере.
ценообразование на текущий момент, оно партнерское. Все цены, о которых мы говорили, соответственно, и которые мы после вебинара вышли нашим партнерам, это цены партнерские. Как таковой, соответственно, РРЦ нет, так как этот продукт не подразумевается для перепродажи конечному пользователю. Соответственно, все, что будет накручено сверху, исключительно на вашу, так скажем, ответственность. Да? То есть этот момент не регулируется. То есть как такового РРЦ нет. Еще раз замечу, что это большая разница между КО2, потому что КО2 это у нас IP-ATS, решение для конечного заказчика. Cloud BX это решение для предоставления услуг. То есть по факту это разные вещи. Да? Продаем IP-ATS, продаем услуги, это разные модели бизнеса. И подводя итог, если вас этот продукт заинтересовал, вы хотели бы это попробовать, то, соответственно, вы можете обратиться к Александру Горову, который вам поможет организовать демо-доступ. Всем спасибо. Да, коллеги, спасибо. Павел задает вопрос. Да, уже, это же были. Нет, все, что касается сертификации, ФСБ, СТЭК и так далее, СОРМ, мы на это ответили. У него есть здесь еще вопрос интеграции с внешними системами мониторинга. Я так полагаю, что Павел имеет в виду интеграции Cloud BX с уже имеющимися биллинг-системами. Скажем так, что сейчас eStar активно над этим работает. У них уже есть предварительный API, который скоро появится в нашем распоряжении, и мы сможем предоставлять нашим партнерам. Но здесь как бы скрывать нечего, да, продукт построен, соответственно, на ядре Астериска. Соответственно, любой биллинг, который можно синтегрировать с Астериском, будет работать, соответственно, с Cloud BX. О чем, в принципе, eStar говорил, и сейчас они заканчивают API. Соответственно, можно будет им воспользоваться и далее отключать любые приложения. Павел, не понимаю, зачем вам интеграция с Zabbix, если в самой системе уже встроена вся система аналитики и мониторинга, как трафика, как сервера, нагрузку на площадку, на платформу, на сервер. Зачем накручивать еще дополнительные инструменты, если все инструменты уже есть? Это было бы логично в случае как раз железных АТС. Объединить под неким общим управлением и контролем. А здесь это действительно встроенный функционал. Уже все имеется и подключается дополнительный сервис. Ну, я думаю, что этот вопрос нужно рассмотреть отдельно. Наверняка интеграция возможна, но нужно, соответственно, здесь некую работу провести. Коллеги, если у вас вопросов больше нет, мы бы хотели всех поблагодарить за то, что вы пришли. В любом случае, если вам потребуется какая-либо дополнительная информация, вы всегда можете обратиться, отправить запрос к Александру Воронову. Да. Соответственно, он вам предоставит и поможет связаться с вендором, если появятся какие-то технические дополнительные вопросы. Если в рамках компании Epimatic мы сами не сможем решить. Потому что, опять же, мы тоже понимаем, что продукт достаточно тяжелый, новый. Нашим инженерам тоже нужно какое-то определенное время для адаптации, но тем не менее мы уже имеем какой-то опыт для работы с этим продуктом. Опять же, если есть какие-то совсем глубокие тонкости, с которыми мы еще не встречались в рамках наших тестирований, конечно же, мы имеем прямой контакт с вендором, и если вдруг у вас что-то случится при использовании демо-версий, мы вам поможем это решить, соответственно, в рамках рабочего времени. Особенно, если появятся какие-либо предложения в рамках тестирования или по результатам тестирования. Соответственно, также просим их до нас донести,
чтобы мы могли повлиять на то, чтобы эти улучшения, ваши предложения могли быть реализованы в последующих версиях продукта. Коллеги, наверное, всем спасибо. А все, спасибо, хорошего дня, спасибо, что посетили нашу вебинар. До свидания. До свидания.